индивидуальный предприниматель Маслова Мария Владимировна. Мария Маслова вместе с мужем 7 лет назад открыла прачечную. Сначала приглашали на работу молодых женщин, потом поняли, что ставку нужно делать на тех, кто поопытнее. Наши феюшки, как я смеюсь, 50+, это и возраст, и размер одежды, если подходит, то наш человек. Важен вот это человеческое отношение, важен контакт, важно где-то материнское отношение к вашим вещам. Потому что мы брали молодых девчонок, ну и опыт показал, что немножко по-другому они к этим вещам подходят. Мария Маслова – социальный предприниматель. Она трудоустроила 7 женщин предпенсионного и пенсионного возраста. А Марина Ус – еще один победитель регионального этапа всероссийского конкурса. Уже несколько лет работает с одаренными детьми. Ее туристическая компания организует для школьников экскурсии на Комсомольский авиационный завод, где производят современные самолеты и сухой суперджет. Мы детей как бы закидываем в будущее, да, в профессии будущее, возим на Запад, там, Сколково, ну, все эти вузы топовые. И тут посетили Комсомольск, мы удивились, что наш технический университет, он просто жгет по отношению с Западом. По самым перспективным прогнозам, через 5 лет пилотов и авиастроителей будет в мире не хватать. То есть, если ребенок сейчас уже вовлекется в это дело, то ему успешное и беспроигрышное будущее обеспечено. Предприниматели и не только социальных готовы поддержать в центре услуг «Мой бизнес». На первом этаже можно получить консультацию, на втором помогут оформить льготный займ, на третьем подставят плечо гарантийный фонд. Сегодня социальные предприниматели активно поддерживают, их поддерживает в том числе и губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев. Буквально по просьбе опоры России, да, Александр Сергеевич Калинин выступил с тем, чтобы мы оказали поддержку социальным предпринимателям. Очень быстро и оперативно мы внесли изменения, были установлены льготы по упрощенной системе налогообложения. В прошлом году налог УСН, упрощенная система налогообложения, был 6%. В 2021 году он снизился в 6 раз и стал 1%. Для нас это, для всех социальных предпринимателей, очень ощутимая поддержка. Социальные предприниматели в Хабаровском крае занимаются реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья, развивают социальный туризм, услуги доп. Образования и воспитание детей. В прошлом году таких организаций было порядка 40, в этом в 2 раза больше.